как инструктору групповых программ продавать больше персональных тренировок и вообще начать продавать персональные тренировки. Это мой личный опыт. Я начинал проводить персональные тренировки в количестве 5, максимум 10 тренировок в месяц. Потом, через 1,5-2 года, я вырос до показателей 40-50 тренировок, потом 70-80. Сейчас мой показатель 100-110. В сумме с групповыми программами я больше не могу проводить физически. Как я набираю клиентов на персональные тренировки? Я стараюсь больше показать своей экспертности на групповых тренировках. Я даю много советов относительно персональных опций, то есть отклонений по состоянию здоровья. Я помогаю всем клиентам, независимо является он моим потенциальным персональным клиентом или нет, потому что эта энергия потом вернется мне в другой интерпретации. Я провожу в своем клубе очень много времени и тем самым нахожусь на виду у своих будущих потенциальных клиентов. Я показываю им свою работу, стараюсь сделать ее максимально качественно, потому что многие потенциальные клиенты сравнивают тренеров на контрасте. Есть тренеры, которые очень сильно фокусируются на тренировке со своими клиентами, а есть тренеры, которые большую часть времени проводят, например, в мобильном телефоне. Тренер – это коуч, это наставник и это пример для подражания. Поэтому пытайтесь фильтровать то, что вы делаете в соцсетях, потому что ваш потенциальный клиент, скорее всего, будет пробивать вашу личную страничку перед тем, как купить у вас тренировки непосредственно в соцсетях. Свою соцсеть я продвигаю с точки зрения трех факторов. Первый фактор – это работа группового тренера. То есть очень важно, чтобы мои клиенты и мои будущие студенты оценили мою технику как инструктора групповых программ. Второе – это полезные статьи для моих студентов и для моих клиентов. Я даю больше экспертной информации, свежей экспертной информации, показывая тем самым, что я не стою на месте, постоянно обучаюсь у топовых европейских, американских и российских преподавателей. Ваш Инстаграм должен состоять не только из набора экспертных материалов, но и в ней должен присутствовать некий фан.